Всем привет! Сегодня у нас суббота, 6 ноября, время 2:30. Вышел на линию, сейчас поеду помою машину, вернее, как пришел в машину, сел, сейчас поеду помою ее. Если на мойке нету большой очереди, так-то, в принципе, все более-менее чистенько, просто чтобы, когда она чистая, прям чистая-чистая, самому приятно работать. А так, в принципе, можно и так. Шибко она не заморалась еще. Но сейчас вот только в город выйду, там сразу все, все в кашу будет, все в грязь вообще. Нужно еще заехать на заправку, чтобы получить плюс 2 балла приоритет. Так-то, в принципе, бензин еще есть, но заеду, потому что сейчас заказами прям вообще туго. Чтобы какой-то там возможный был приоритет над другими водителями, лучше заехать. Хотя, мне кажется, все это ерунда. Я сейчас тестирую самозанятого, насколько это выгодно, насколько это вот эти 5 баллов приоритета дают больше заказов. И, ну, такое неоднозначное мнение, потому что пока я не вижу разницы вообще. То есть для меня только неудобно самозанятым работать. Но об этом я расскажу там в каком-то из следующих видео, да, сравнение, так скажем, работы через парк и через самозанятого. Ну, это будет чисто мое мнение. То есть тут даже дело не в том, что у меня свой парк, да, а вообще удобство работы и вот все вот с этим, что связано. Я поехал на мойку. Вам приятной работы, приятного просмотра. Заказов побольше. Вот сейчас реально заказов побольше. В любом тарифе нужно. Кэфов, чтобы кэфы были хорошие, да, спрос был хороший. Ну, я поехал работать. Приятного просмотра. А вот и первый заказ по бизнесу прилетел. Коэффициент плюс 40. Ехать до Кропоткина 267/1. Ну, забирать оттуда клиента. Куда поедем, непонятно. Потому что вчера я пропустил заказы не через самолетик, и конечку я теперь не вижу. Ну, ничего страшного, мне всего один заказ нужно сделать, так, чтобы потом видеть конечную точку. 11 минут. 331 рубль, хотя была доплата плюс 40. Странно. Пролетел заказ по бизнесу с Державина до Ленина. Я уже тут опаздываю на подачу. Ничего страшного. Уже подъехал, считай. 16 минут, бизнес, 342 рубля. Где там доплата в 20 рублей, непонятно. Прилетел заказ до Полякова 3. Я, если честно, даже хер узнает, где это. Восход, Каменка, Каменское шоссе. Не знаю, сколько это будет по деньгам. Ну, едем. Стоять уже, наверное, минут 30-40 точно стою. 24 минуты, бизнес, 576 рублей. Да, уехали там за город. Ну как за город, вот так получается. Но спрос вроде бы есть, но тут спрос по-любому на эконом только, поэтому сейчас едем пустыми в город. И там уже в надежде что-то поймать. Вернулся в центр, прилетел заказ до второй обской советской 52. Все. Едем. Народ начал разъезжаться, похоже. С центра все. Уже время 10. Ну ничего, нормально, там даже плюс 60 кэф горел. 20 минут, бизнес. 350 рублей. Ну, кафе вроде горят. Спрос вроде есть. Посмотрим, насколько этого хватит спроса. Заказ прилетел на левый берег. С Ленинградской до Герцена 10. 20 минут ехать. Пробок нету. 21 минута. Бизнес. 559 рублей. Прилетел заказ по бизнесу. Ленина 7 до Красного проспекта. Ну, прикольно. КФ плюс 280. Вообще шикарно. 12 минут, бизнес. 564 рубля. Так, вот 20 минут. 441 рубль. А вот и заказик по бизнесу. С Ленина 28 до Едринцевской. 6 минут. Поездка. Из бара в бар. 385 рублей. Так,
Надо уезжать, отсюда тут гаишники стоят. Что-то у меня самолет сегодня не работает. В итоге поеду сейчас до Березок. По бизнесу плюс 40 или плюс 60 рублей доплата. 25 минут. 615 рублей. Первый раз в городе вижу, как рельсы чистят. Спрос туго, говорю. Три заказа, 1400 грязными, 1440 грязными. Комиссия Яндекса 261 рубль. Надеюсь, заказы будут до утра. Ну, что-нибудь будет капать. Вот. Так, что, красный. Опачки, а мне тут заказ прилетел. Да, сухарный. Ну и как раз я к вам домой поеду. Кэф плюс 140. 8 минут. Бизнес. 441 рубль. Я надеюсь, вот так сейчас мне получится пропустить этот заказ. В Красноярск как бы я не хочу ехать. Подождем еще немножко. Ну, я думаю, можно уже включать интернет любому. Даже если он упал, то кому-то другому. Ну, ё-моё. Ой. Зачем? Спросите меня. Я принял этот заказ. А хрен его знает. Увидел аэропорт и принял. Да, платная подача. Но нахера? Сейчас напишу, спрошу, будут ждать или нет. А, пассажиры написали, что будут ждать меня. Подача 10 километров, платная, поездка до аэропорта. Ну, на самом деле, не самое плохое развитие событий, мне так кажется. Может быть, конечно, я ошибаюсь. Время по 5 утра, спрос до сих пор есть, держится. Это хорошо. Посмотрел прилеты. Прилеты в 6.55 будет самолет. Будет в 6.55 будет много самолетов с Москвы, будет еще в 6.25 самолет один. Вот. Я как раз отдохну, может быть, покемарю чуть-чуть. И потом поеду с заказом в город. Поэтому, в принципе, неплохо. Аэропорт, 35 минут. 1029 рублей. Так, все, ждем заказы. Если долго, то покемарим чуть-чуть. Если недолго, то не покемарим. А вот и заказ прилетел по Каплюсу. Причем странно как-то. Вот. Еду. Вот. Чуть покемарил. 30 минут. Каплюс. 530 рублей. Вот самое обидное то, что только принял заказ, и кэфы разгорелись в порту. Да. Ну ладно, ничего страшного. Поехал я домой спать. А то что-то сейчас ехали, кое-как вообще доехал до центра, потому что спать рубит прям сильно. Приехал домой, время 7 утра, настало время подвести итоги этой смены. Получилось то, что именно на линии я провел порядка 12-13 часов, там, потому что заезжал на обед, так скажем, да, покушать, там еще что-то. В итоге получилось грязными 6,350, чистыми 5,200, что-то такое, и минус бензин там 4 с копейками, да, 4,200. Ну, печально. Печально, но уже что-то, это, по крайней мере, покрывает, так скажем, затраты на машину и кредиты там какие-то, да, свои. То есть уже, можно сказать, неплохо. Но все равно это мало. Только прокатался. То есть по таксометру только я проехал, наверное, больше 100
километров, да, там 100-120 примерно. А еще, если вот взять по машине, то это, наверное, все 220. То есть, ну, плюс сотку можно смело накидывать за это, за такое количество времени. Ну, вот, поэтому, ну, так себе, честно, так себе. Хотелось бы больше, но... Это у меня только один заказ пока плюс еще получился, то есть с аэропорта. И то я поспешил его принять, потому что я только его принял, заехал в порт, и кэфы появились. То есть я мог, грубо говоря, через 5 минут с таким же заказом уехать уже в 2 раза дороже. Ну, там, не в 2 раза, да, там, ну, плюс 350-400 рублей точно. Поэтому, ну, как есть, так есть, к сожалению, уже ничего не сделать. Я просто поспал в аэропорту, просыпаюсь, мне прилетел заказ, я ничего не понимаю, там, все, смотрю заказ в центр, думаю, все, нормально, приедем, лишь бы уехать. Все, то, что там зелененьким, да, горело, комфорт плюс, то вообще пофигу. Лишь бы уже домой приехать, добраться до, ну, до города, да, там, и домой поехать спать. Поэтому смена закончена, я пошел отдыхать. Чуть посплю и дальше заниматься своими делами. Ну и на работу поеду уже только в понедельник утром. Надеюсь, будут заказы. Посмотрим. Надеюсь, не продлят этот карантин дурацкий, эти выходные. Ну, в общем, как будет, так будет. Вам спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. А я пошел отдыхать. До понедельника. Пока.